Приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы идем на еще одну смотровую площадку. Как и многие такие площадки в Таиланде, она находится на территории буддийского храма. Но сначала пройдемся по небольшой лесной поляне. Повсюду растут папоротники, из деревьев свисает пхи. Большие камни напоминают природный ландшафт рек с водопадами. Разбрызгивается вода и создается эффект тумана. В зелени тропических деревьев из огромных валунов сделано несколько каскадов падающей воды. Вода струится, отдавая прохладу. Везде между камнями растут папоротники и цветы. Конечно, на стволы деревьев посажены орхидеи. И не только орхидеи, а и папоротники. Вот на этом поселили оленьи рога.
больше машин. Еще один корабль готовится к отплытию на Косичан. А мы едем дальше. Есть широко разрекламированные места, это не из их числа. И дорога сюда, Сухумвита, настолько неприметная, что с первого раза не въехали. Пришлось дать круг. Дороги на самую вершину тоже нет, а есть только такая красочная лестница. Ольга считает ступеньки, не поднимая головы. Насчитала 450. Самый верх лестницы. Над лестницей деревья в цвету. Совсем небольшая площадка на вершине. Будда с ладонями, поднятыми вверх, дает городу свое благословение и покровительство, защищает от разных невзгод и неприятностей. У стоп стоит портрет нынешнего короля. 4 красочных якши, которые охраняют Будду. Площадка круговая с 2 смотровыми площадками. Вот эта небольшая с домиками духов обращена в сторону Лаем-Чабана. Вдали виден порт и 2 огромных пирса. И вот такая смотровая площадка на город Сирача и окрестности. Вдали Калой, на котором мы только что были. Есть планы вернуться в Сирачу. Посмотреть в городе японский квартал, съездить на водохранилище. Ну и появились еще несколько мест. Белый Будда, с которого мы сегодня начали наше путешествие. С более высокой точки город смотрится совсем по-другому. Поэтому мы стараемся в любом путешествии находить такие места. И вопрос подняться по лестнице или нет всегда решается в пользу подняться. Есть также мысль доехать и посмотреть Чонбури. Были один раз проездом и город нам понравился. Так что путешествие по городам провинции Чонбури продолжается.